У меня тут стык инсект. Я думаю, он будет кусаться, но он охотник обычно. Он охотится за деревом. Он маскировывается за деревом. И он всякие муравьишки находит там. Все, что он, что к нему приходит, какой-то инсект, он его хватает. Потом он его съедает. Я сейчас сделаю, чтобы он двигался. Он не двигается, потому что он думает, что Виля... Он думает, что это паука. Просто той. Он думает, что это дерево какое-то. Потрогай. Просто трогай его. О, видишь, он двигается. Он не двигается много, потому что он как бы маскирован дереву там и все это такое. Сейчас я его попробую. Простите, что там половина нет. Просто потому, что у меня нет больше рук, чтобы она держалась. Я буду ее делать. Ладно, ты снимай. Не надо его сильно, ладно. Как бы, как тебе сказать, держать. А давай я буду снимать, а ты будешь так вот делать. Угу. Видишь, он... Видишь, он руки везде сунет, потому что он ищет какое-то место, куда другое место залезть. Телефон, он думает, о, это другое дерево, может быть, я туда залезу. Видишь, я другую руку поставил. И он пытается... Он, наверное, ей говорит. Сейчас давай поближе его. Давай. Сейчас, вот подожди. Он. Видишь, он свои руки хватает. Он просто хочет туда залезть. Просто он думает, что... О, это какое-то странное место для меня. Она какая-то шатайная, дерево непонятное. Может, я пойду на другую дерево? Вот что он думает. Ну, вот так вот. Вот такой вот стик-инсект, который я нашел в моторе. Пока всем.